Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сегодня я снимаю очередное совместное видео с очередной Ксюшей с канала Ксения Ксай. Всем школьникам привет, меня зовут Ксения Ксай. Она снимает очень прикольные и веселые видео, я смотрела, я подписалась, так что все дела, подписывайтесь на ее канал. Сегодня мы с Ксюшей сняли для вас такое видео, обычный человек против школьника. И после просмотра моего видео не забывайте переходить по ссылке в описании и смотреть продолжение этого видео на канале Ксюши. Наконец-то я все прибрала, теперь можно пойти и приготовить чаек, а потом смотреть сериалы. Что это такое? Почему повсюду лошади? Я же только что все убрала. Ох, наконец-то я сделала эти тупые уроки. Теперь есть хотя бы капелька свободного времени. Отлично, у меня как раз-таки появилась идея. Лучше я посижу в инетике, потому что, черт, эти мемосы. Кто такой Панин, простите? Я до сих пор не догоняю. Вот этот мемос реально смешной был. Эй, нет, что ты меня удалила из друзей? Ты думаешь, я буду на тебя подписана? Нет. Все, заблокировать, ты меня Фух, наконец-то я сделала все эти тупые уроки. У меня есть хотя бы немного свободного времени. Но куда мне податься? Че я туплю? Я же поеду только в одно место. Алло, привет, ты сегодня же будешь на конюшне, да? Ой, слушай, я тоже скоро буду. У меня сейчас свободное время, поэтому я уже здесь буду через 5 минут, да. Даша, будь ты не знаешь, Алин, алло, будет? Ладно, все хорошо. Алло, Кать, ты сегодня будешь на конюшне? У меня как раз остался кусочек свободного времени. Я сделала все уроки, поперемыла всю посуду в нашей квартире и выдрила просто все полы. И поэтому я готова ехать на конюшню. И я все, я собираюсь, я выезжаю. Все, пока. Майя, на конюшню! Слушай, привет! Слушай, я сейчас тебе такое расскажу. Я вчера, короче, заходила в очень классный магазин и там такие скидки, ну я и не удержалась, купила себе очень классную футболку, еще джинсы к ней, прям супер, прям вот советую, обязательно туда зайти, пока скидки не кончились, хорошо? Потому что, как бы, я же твоя подруга, я же должна сообщать обо всем, ну, в общем, обязательно туда сходи, обязательно, это просто персик, просто муа. Привет, знаешь что? Значит, иду я вчера такая по сокольникам, иду, ничего не подозреваю, а там знаешь что? Эквирос, Эквирос, ты слышишь меня? Эквирос, я просто даты перепутала и не знала, что сейчас Эквирос, ну в общем, я такая забегаю по-быстрому туда, пока все не расхватали, и, о господи, меня, я была в шоке от того, когда узнала, что это последний день, оказывается, Эквироса, ну надо же, тогда ты перепутала, ну господи, ну как так-то, ну ё-моё, и в общем, знаешь, я, короче, меня чуть Кондратий не хватил. Я забегаю туда и купила такой себе классный фольтрак. Прям ты закачаешься. Завтра тебе обязательно покажу. Потому что, ой, я так давно его хотела. Прям он идеально подойдет к масти, к моему коню. Это просто самый идеальный фольтрак, который я могла купить. И, в общем, это просто... Ксюш, что?
Ты наказана неделю без компьютера, телевизора и прочей фигни. Ну, мам, хватит. Ксюш. Что? Ты наказана. Никаких конюшен, лошадей. Но, мам, я не могу. У меня вообще-то суббота соревнования, и они как бы решающие в моей конной сфере, понимаешь? Надеюсь, вам понравилось это видео, потому что мы с Ксюшей очень сильно старались. Да-да. И не забывайте переходить по ссылке в описании и смотреть продолжение этого видео на ее канале. А также подписывайтесь, ставьте там пальцы вверх. С вами была я, Ксения Кузнецова. Всем пока!